Так, тема вторая. Менее техническая. Я просто расскажу историю из жизни, и потом мы обсудим, наверное, как лучше найти работу, где, почему и мой опыт. Значит, история... Я написал статью на эту тему на своем блоге, наверное, года полтора назад. А история сама произошла 2 года назад. Я в то время жил в Силиконовой долине и занимался своим бизнесом, но в какой-то момент со мной связался рекрутер. И на самом деле это было 3 компании, 3 разные истории. Но они... Да, в Пало-Альто, да. И 3 разные компании. Google, Amazon и третью я не буду говорить. Она помельче, поэтому как бы, ее имя говорить не буду. Но 3 крупные достаточно компании, интересные. Как бы хотелось с ними бы работать. И Google, и Amazon. И истории были... Они очень похожи были друг на друга. Сначала пишет мне рекрутер. Какая-нибудь там Саманта, Аманта, я не знаю кто. Не помню уже. И говорит о том, что так, она восхищена, значит, моим GitHub аккаунтом. И ей так нравятся мои там, значит, видеоролики на YouTube. И она чуть ли не прочитала все мои книги. В общем, я именно тот, кто нужен Амазону. Вот Амазон без меня – это не Амазон. Мне, естественно, очень приятно. Меня какая-то Аманта из Амазона знает, читала мои книги. Я, соответственно, счастливый. При этом у меня совершенно свой бизнес, я зарабатываю там другим. Я не думал меня вообще искать работу. Ну, я думаю, отлично, хорошо. Почему бы нет? Я ей говорю, да, замечательно, это очень интересно, но у меня есть свой бизнес, и поэтому она говорит, это не важно, сколько ты хочешь денег, это нас вообще не интересует, мы тебе дадим столько, сколько ты хочешь. Я думаю, why not? Как бы начинаю спрашивать вокруг людей, а правда, что да, Amazon это очень хорошая компания, там очень хорошо работать, они очень много платят. Хорошо. Начинаю как-то узнавать, пишу ей, ну ладно, хорошо, я как бы, наверное, заинтересован. Тогда ты к нам прилетай в гости. А они в Сиэтле находятся. Сиэтл – это час лету, это как Москва и Воронеж, ну, такое расстояние. Да, похожие проблемы, да. Ты тогда к нам, значит, у нас процесс такой, ты к нам прилетишь, мы тебе все оплатим. Перелет, отель, все за наш счет. Ты к нам прилетишь в наш Сиэтл. Встретишься с нашим, значит, тем человеком, который без тебя уже жить не может просто. Вот. Мы тут тебя поспрашиваем немножко, убедимся, что мы, значит, любим друг друга, и нет проблем. Я говорю, ну хорошо, когда тебе удобно? Мне удобно в любой день. Хорошо. Покупаем мы билеты. Реальная совершенно история. Покупаем билеты, лечу, отель, все прекрасно, прихожу на собеседование, все замечательно. Amazon, красивая компания в Сиэтле. Прихожу на собеседование. А где Аманта? Какая Аманта? Ну, Аманта. Тебе вот в эту очередь. А там человек 8 стоит. Таких же, как я. Хорошо. 8. Ну, человек 8 так в коридоре. Ну, я становлюсь как бы вместе со всеми. Жду. Приходит какая-то девочка и говорит, ты, значит, такой. Ты Егор. Да. Пойдем со мной. Ну, хорошо. Идем, поднимаемся на какой-то другой этаж. Вот тебе в эту комнату располагайся, тебе чай или кофе? Я говорю, ну чай, вот здесь сиди, жди, сейчас все будет хорошо. Хорошо. Приходит мальчик, парень какой-то, такой, с блокнотиком, садится и говорит, значит, я девелопер в этой компании, сейчас я буду тебя интервьюировать. Хорошо. Как вот ты бы, значит, организовал структуру данных, в которой, значит, сейчас я попытаюсь вспомнить вопрос. Значит, нужно организовать структуру данных. У нас есть много слов английских. И нужно их так расположить в структуре данных, чтобы можно было, значит, быстро по ним находить. Вот, можно было ввести первую букву, он сразу подсказывал, значит, варианты. Потом вторую букву, он подсказывал опять варианты. Ну, как в Google мы набираем, он подсказывает. Вот как бы ты организовал эту структуру данных? Я говорю, ну, наверное, то есть я начинаю судорожно соображать, во-первых, где Аманта? Во-вторых, читал ли этот мальчик мои книги? По-моему, нет. Смотрел ли он мои видео? Наверное, нет. Вообще он, по-моему, ничего обо мне не знает. И я как бы пытаюсь это все сложить, у меня сильный фрустрейшн такой. То есть я как бы понимаю, что, ну, если я сейчас буду... Я, наверное, не самый лучший сортировщик данных, не самый лучший, значит, создатель структур данных, по которым можно поискать, но я понимаю, что я не могу сейчас развернуться и уйти. Тогда точно ничего не получится. Я начинаю что-то выдумывать, рассказывать ему, ну, наверное, я бы сделал, он, ну, напиши мне это на Java, вот доска,
ты же на Java, ну напиши на Java, мне значит, алгоритм этот. Я беру, значит, да, это фломастер, да, и начинаю что-то писать, что-то такое у меня получается. В общем, он все это слушает, мы как-то обсуждаем это все, потом он говорит, ну хорошо, я все понял, спасибо, и уходит. Приходит следующий, два человека приходят и говорят, мы тоже девелоперы здесь, мы из другого вообще отдела, вот, там какого-то занимаешься, ну, неважно, чем занимаешься. А теперь расскажи нам, я помню, вторая была задача такая, представь себе, что, значит, тебе нужно написать софт, который управляет лифтами. Вот в отеле есть три лифта. Вот нажимаем внизу кнопку, и нужно, чтобы приехал, значит, какой быстрее приедет. А я говорю, написать алгоритм поиска лифта, напиши нам что-нибудь, как бы ты это организовал. Я говорю, я пытаюсь все, значит, думаю, вдруг они тоже читали мои книги. Я пытаюсь как-то к объектно-ориентированному программированию. Я говорю, ну я вообще вот в объектах, в объектно-ориентированном программировании как бы специалист. Они, ну напиши в объектно-ориентированном, нет проблем. Я так, ну я бы, то есть у меня был бы объект лифт и объект кнопка. Я понимаю, что они совершенно не этого ждут. Они смотрят на меня, ну давай, давай, значит, свои объекты. Я там что-то пытаюсь рисовать, в общем, они это все внимательно слушают и уходят. И так было четыре разных человека. Я в конце устал очень от этого всего, и на четвертом я сказал, хватит. Хватит этот цирк, потому что я, ну, мы просто теряем время. Позовите мне Аманту. Он на меня посмотрел, говорит, хорошо, сейчас я поищу Аманту. Он ушел, долго ходил, в итоге он нашел Аманту, она пришла и говорит, в чем проблема? Я говорю, здравствуй, Аманта, рад тебя видеть. Как бы я немножко не этого ожидал. Где как бы люди, которые вообще хоть что-то обо мне знают, кроме тебя? А она говорит, ну у нас такой процесс, мы должны сначала тебя проинтервьюировать, потом, значит, если ты всем понравишься, то тогда... Я говорю, я никому не понравлюсь из всех, кто меня интервьюировал. Бесполезно, зачем этим заниматься? Мы просто теряем время. Я не программист, который сортирует и пишет программы для лифтов. Я как бы, у меня немножко другой профиль. Я могу там дизайн сделать, я могу там, наверное, архитектуру. Ну, как другой какой-то у меня профиль. Это не мое, не мое. Ну, я, если вам нужен алгоритмист, то чего вы меня вообще сюда позвали? Где вы видели у меня на GitHub какие-то алгоритмы? Я их никогда не писал. То есть это не мой профиль. Просто есть, конечно, люди, которые умеют там сортировать данные хорошо и прекрасно. Но вы тогда должны были... Она говорит, ну ничего страшного, значит, извини, ну бывает. Я говорю, нет, так не бывает, зови своего начальника. Ну, как бы я возмущен этой ситуацией, да, потому что она, ну, мне кажется, это неправильно так произошло. В общем, у меня некое свое возмущение. Пришел ее начальник, пришел начальник, тоже девушка такая, ну, уже, видимо, с большими полномочиями. Я ей говорю, что как бы ваша Аманта тут нафакапила, по-моему, или мы вместе с Амантой. Но мы как бы не поняли друг друга. И в итоге получился такой вот общий провал, потому что мы организовали, ну, был явный провал. Вы потеряли время, как компания. Потеряли деньги. Ну, пускай для вас это копейки, но вы потеряли. Я потерял время, потерял деньги. Зачем все это нужно было делать, если вам совершенно не я нужен? Вам нужен совершенно другой человек. Или вам все-таки я нужен? Если я вам нужен, и вам действительно понравились там мой GitHub аккаунт и мои книжки, то дайте мне других людей, с кем разговаривать. Дайте мне человека, которому нужен я. Где этот вот, ну, там, допустим, мой будущий начальник, который бы хотел работать со мной? Давайте я с ним поговорю. Ему не нужно будет меня спрашивать про алгоритм. Он тоже не знает ничего про алгоритмы. Мы с ним поговорим на одном языке. Я ему расскажу, что я делаю, чем я силен там. Он расскажет мне, что ему нужно. И, возможно, мы найдем общий язык. И тогда, возможно, вы захотите со мной работать. Они, ну да, да, действительно, вы правы, у нас долгий такой был разговор, ну немножко на повышенных тонах, но в итоге мы пришли к заключению, что действительно это такой общий факап, это ну, неправильная ситуация. И они сказали, ну хорошо, мы найдем тебе, значит, того, кому ты нужен, и это уже будет не Аманта и не эти ребята, и мы встретимся еще раз. Это я все в статье не описывал, это я вам рассказываю. И мы встретимся еще раз. Ну и мы сказали, хорошо, мы разъехались, и на этом все закончилось. То есть я в статье написал, что мне отказали, на самом деле мне не отказали, на самом деле мне не сказали. Но мы разъехались, и потом было еще пару имейлов на тему типа, ну что, Аманта, ты нашла, ну уже не Аманта, а я уже разговаривал с ее начальством, ну что, вы нашли там, значит, тому, кому мне нужен. Ну вот мы сейчас разговариваем там с отделом X. Ну вот мы сейчас разговариваем с отделом Y. Может быть, значит, им нужно. А где бы ты хотел работать, вопрос? В каком бы ты отделе хотел? Я говорю, ну хотел бы в этом. Ну или хотел бы в этом. Ну хорошо, мы поговорим с ними. То есть начался уже процесс какой-то более реальный. Но я понял, что я уже не в этой вот, не в пайплайне в этом, а в каком-то другом месте, а в этом месте совершенно непонятно, что со мной делать. Ну и все разговоры потухли, и как бы имейлы утихли, и больше никто никому не писал. Вот такая была реальная история. Очень похожее случилось с Гуглом, но там не было такого интенсивного обмена, там вот было, значит, интервью, и на этом мне сказали, до свидания, все.
То есть там не было возможности, я не встречался физически, просто по телефону. Ну и мне на каком-то алгоритме сортировки очередном все сказали, что типа спасибо, да, мы тебя услышали. То есть поинт мой какой? Я тут сделал даже слайды. Значит, да, какие выводы? Я сделал несколько выводов, которые я хочу с вами поделиться. Вывод первый. Не мечтайте о больших компаниях. Это мой вывод. Я думаю, что большие компании – это проблема. Но у меня нет опыта, поэтому это не точно. То есть возможно, что там в этих больших компаниях на самом деле а, много денег, б, мало работы. Это то, о чем говорят. Там работать не надо, денег много, уволиться оттуда тяжело. То есть чтобы тебя оттуда уволили, ты должен быть реально сексистом или кем-то еще таким вот. Ну, взяда вон. А? Это легко сейчас, да, но вот эту тему мы не будем поднимать. И выйти оттуда тяжело, войти тоже тяжело, но если ты уже там, то они за тебя как-то держатся, и ты получаешь много денег, и очень мало работаешь. Это то, что мне говорили люди, которые там в долине работают, о своих, значит, позициях вот в этих крупных компаниях. Поэтому, наверное, это неплохо. Но если вы хотите работать с интересом и контрибьютить во что-то ценное, и быть не таким совсем уж винтиком в пайплайне, а действительно какое-то принимать решение, то, наверное, большие компании – это, наверное, не круто. Поэтому, если хочется просто стабильности, денег и ни о чем не думать, то, наверное, это cool. Если нет, то это, наверное, не cool. Мой вывод, что это не cool, потому что я стоять в очереди из 8 человек, мне это очень не понравилось. То есть я понял, что если я пойду по пайплайну, то меня сейчас завернут в правильную обертку, поставят в нужный департмент, наклеят на меня сверху на самый senior developer наклейку, дадут мне зарплату, и я буду прям happy вот недели две. Потом я начну думать о суициде каком-то, да, и буду стараться оттуда уйти. Но это будет не мое, короче. Поэтому первый мой вывод – туда не стоит стремиться. Но если уж все-таки вы... Следующий вывод – это я для себя сделал. Я делюсь выводами, которые я сделал для себя. Второе – это не отвечать этим рекрутерам. Они мне продолжают писать. Мне после этого писали и из Гугла, из Амазона не писали. Ну, из нескольких больших компаний мне периодически пишут. Не так часто, но там раз в два месяца я что-то такое получаю. Типа, great opportunity, мы платим $500,000 в месяц. Ну, я утрирую, конечно. Ну, платим много денег, бюджеты не ограничены. Мы только что получили венчурные инвестиции $50 миллионов, поэтому нам нужен только the best of the best. Ты хочешь к нам? Я обычно на это дело отвечаю, либо не отвечаю, сейчас уже не отвечаю, либо я пишу, посылаю ссылку на свой блог, статью и пишу, что мне нужен контакт с моим непосредственным работодателем. То есть рекрутеров я фильтрую. Потому что я понимаю, что это будет ситуация с этой Амантой, я не помню, как ее звали на самом деле, но это будет такая же точно ситуация. Я буду разговаривать с человеком, который сделает вид, что он обо мне знает, который сделает вид, что он понимает, о чем я пишу, чем я занимаюсь, который сделает все для того, чтобы меня соединить с компанией, протолкнуть меня дальше по пайплайну, но который на самом деле, ну, будет мне представлять фейковую информацию. Не потому что он такой человек, ну, плохой, а потому что он просто не обладает этими знаниями, его не информируют, он просто рекрутер. Его задача идти по рынку и собирать всех тех, кто отвечает на имейлы. И поэтому он рассылает, или она, или он рассылает сотнями эти имейлы, и кто-то клюет на эти имейлы, происходят ответы, и дальше ее задача просто вытащить этого человека и поставить в очередь, и он дальше пойдет по этому пайплайну. И если получится, он ответит правильно на эти там 4-5 вопросов от каждого интервьюера, и тогда он превратится в программиста. Поэтому я этим рекрутерам не верю, и посылаю им эту ссылку и говорю, дайте мне контакт с моим будущим начальником. Кто этот руководитель мой? На кого я буду работать? Кто мне будет давать задачи? И если это человек, который действительно хочет ставить задачи по сортировке алгоритмов, то мы сразу поймем, что мы друг друга не подходим. Я не сортирую массивы уже лет 20. Сортировал в университете. Мы быстро поймем, что это не наше. А если он скажет мне, что у меня, допустим, есть команда из 20 человек, у которой качество кода общее ниже, чем нам нужно, и нам нужен человек, который поможет этой команде выйти на более высокий уровень качества кода, то, наверное, мне здесь есть что сказать. Больше, чем другим. А в области сортировки мне есть меньше сказать, чем большинству из вас. И вот посади нас рядом, вы сделаете задачу быстрее, я сделаю это хуже. То есть просто мы на разных рынках конкурируем. И в моей статье на блоге, если кто читал, то читал, кто нет, скажу, там упоминается похожая ситуация, аналогичный случай. Есть такая система Homebrew, наверное, знаете, да, для маков. И знаете эту историю, да? То автор этой системы его пошел в Google, ему там сказали, что он там тоже что-то не может там по двоичному дереву пройти, и поэтому он плохой программист. Ну, конечно, он плохой программист, если нужно сортировать деревья. Да, он хуже, чем многие из нас, из вас сортируют деревья. Но он в другом хорош.
пойдите найдите еще человека, который понимает в инсталляции пакетов распределенных, так как этот человек. А те, кто может пройти по дереву, в каждом университете их выпускают по 200 человек в семестр. Ну, дальше что с ним было, конечно, его куда-то забрали. Безусловно, он без работы не останется. Но это ошибка рекрутера, даже ошибка компании, которая неправильно настроила этот рекрутмент процесс, этот пайплайн, который этот процесс отсекает людей на начальных этапах, просто позиционируя их не в ту ячейку выкладывая. Поэтому я сразу говорю рекрутерам, что, ребята, я не буду с вами разговаривать, если вы не состыкуете меня с тем, кому я нужен. И все. Вот это такой месседж я бы советовал, я делаю сейчас так всегда. Почему так? Да, я повторю вопрос. Вопрос в том, почему такая ситуация на рынке. Почему они так неэффективно действуют? Потому что действительно они сыграли неэффективно. Тот же Amazon в моем случае и Google в случае этого человека, который так вот попал. Да и сотни других. Почитайте мой блог и комменты внизу. Там масса людей пишет, и у меня то же самое. Они теряют. Безусловно, они неэффективны. Мое мнение, что вообще в принципе софтверный бизнес сейчас супер неэффективен. У нас сейчас супер низкое КПД на рынке. Мы сейчас тратим огромные деньги, чтобы создать то, что можно создать значительно меньшими усилиями. Это неэффективность и в разработке софта, и в организации софтверного инжиниринга, и в HR, и в менеджменте, везде. Мы просто деньгами решаем, мы как бы заливаем огонь деньгами. Огромные суммы денег тратятся на то, что должно тратиться меньше. Поэтому то же самое Amazon. Они тратят на подбор сотрудников и на поиск миллионы долларов в месяц. При том, что могли тратить бы в 10 раз меньше. Ну просто вот у них есть эти миллионы. Сейчас весь рынок, он просто как бы на перегрет и находится на росте, айтишный рынок. Поэтому они не задумываются о КПД. Они как бы кидают, топят печку, не знаю, мясом, как когда-то топили, когда был там перепроизводство. Вот сейчас перепроизводство, очень много ресурсов, и поэтому они не заморачиваются на эту тему. Если будет кризис, будут проблемы, я думаю, они перестроятся. Но пока им плевать на то, что я время потратил, и Аманта потратила, и деньги они потратили, они таких найдут еще кучу, ну потому что у них есть деньги. Поэтому я делаю так, я прошу сразу контакта с моим конкретным нанимателем. Кто будет у меня начальником? Дайте мне его контакт, я с ним поговорю. Прислали один раз, да, было такое. Они прислали, это была небольшая компания, это был такой стартап, ну, тоже в Калифорнии. Да, ну, там было, да, там был HR, там, нет, ну, они обычно как? Они обычно получают венчурные инвестиции, там, какие-то миллионы, и тут же нанимают какую-то рекрутинговую фирму за какие-то там большие деньги. А это огромных денег стоит. HR стоит в Америке огромных денег, он стоит примерно 20% от годовой стоимости сотрудника. То есть, если мне будут платить 200 тысяч, ну, например, да. А то и больше, да, а может быть и половину, да, это у нас, по-моему, в России так, ну то есть, а может быть даже, ну какие-то огромные цифры, да. Поэтому это какие-то сотни там тысяч долларов. Я не специалист в этих цифрах, поэтому не принимайте. Следующий совет. Да, если уж все-таки вам не дали контакт этого человека, если уж все-таки вам не дали контакт вашего следующего босса, то я бы рекомендовал, вот если бы я сейчас делал то же самое с Амазоном и хотел бы все-таки к ним попасть, вне зависимости от ничего, допустим, мне нужны были бы деньги, я бы хотел к ним попасть и у них работать, то я бы, наверное, спросил, попытался найти в инете или поискать, поресерчить, какого принципа, из какой области вопросы будут задаваться и как-то подготовиться. Я думаю, что они задают одни и те же вопросы. Судя по, ну, я думаю, что у них поток, там же очередь, и поэтому ему сидеть этому интервьюеру и выдумывать каждый раз новые вопросы, он не будет. Он задает этот вопрос про лифты, наверное, всем одинаково. И поэтому, если прийти к ним с готовым решением про эти лифты, он будет счастлив. Поэтому я бы как-то подготовился, нашел в инете, о чем они спрашивают. То есть, раз они нас как обезьянок держат, давайте и мы с ними так же будем. Они нас вот через очередь пропускают, и мы с ними так же поступим. Вот так я считаю. И предпоследний совет – это… Да, я бы опять же, если бы я шел туда еще раз, я бы, наверное, с собой принес. Моя была ошибка в том, что я думал, что я зайду в комнату, а там люди, которые меня знают. И им не нужно будет объяснять обо мне слишком много. То есть они уже посмотрели мой GitHub, они уже посмотрели мои пару проектов, они знают, о чем со мной говорить. И у нас будет такая дружеская беседа на тему, люблю я там лыжи или, значит, сноуборд. Оказалось, что они просто не знают, кто это вообще. Я для них просто обычный человек. Вот вы про меня что-то хоть знаете, вас как-то, меня как-то проанонсировали, вы хоть кликнули на какой-то линк и посмотрели на мой там профайл.
А там просто люди, они заходят, открывают дверь, садятся, и я для них никто. Это ошибка моя в том числе. Мне нужно было что-то с собой принести. Не в плане в руках, а принести какие-то короткие тезисы и какую-то информацию, которую бы я мог быстро выложить. А я был совершенно растерян и не знал даже, с чего начать. А мне нужно было прийти и сказать, допустим, быть готовым. И сказать, он, допустим, спрашивает про лифты. А я должен был бы сказать, в моем open-source проекте, который собрал столько-то звездочек на GitHub в прошлом году, было реализовано как раз эта технология, как раз этот метод. Его бы это сразу зацепило. Он бы понял, что ага, у этого человека есть какие-то... Вообще GitHub есть у него. И у него там какие-то проекты. Ага. Потому что я не могу ему в ответ на его вопрос про лифты говорить, так, стоп, подожди, про лифты. Ты знаешь, у меня GitHub есть на самом деле. И там на самом деле есть проекты. Он скажет, это нерелевантная для меня информация, вернись к лифтам. Мне нужно было быть как-то подготовленным, как именно вворачивать информацию о себе в их вопросы. Я этого всем вам рекомендую делать то же самое. То есть имейте какой-то козырь в руках или козыри, который вы можете вворачивать на их ответы, которые, может быть, даже совершенно не подходят, ну, не соответствуют теме ваших козырей. Вот я бы мог это вернуть, но я совершенно не знал, что. И поэтому я понимал, что все мои козыри, которые у меня были, там, мои эти книжки, там, GitHub, они им не нужны. Они вообще не в курсе про это. А я, соответственно, без этого всего, я ноль для них. Вот я настолько силен, насколько я могу эти лифты отсортировать. А я не могу. Ну, значит, вот я обычный, как я или студентка, только что выпущенный институт, для них это совершенно одно и то же. Но я проиграл. Поэтому рекомендация такая. Принесите с собой то, что вы можете показать, как будто бы из-под, так вот, из-под воль. Есть такое слово, да? Из-под воль, да. И последний совет. Да, агрессивно их follow-up. Это машины большие такие, эти компании, вообще рекрутмент такой. Здесь технологии, как многие рекомендуют, технологии там дейтинга, знаете, типа не звони ей, потому что жди, пока она позвонит. Здесь это не работает. Нужно им вот писать и писать и писать и писать. Если речь идет об рекрутере, о рекрутере. То есть, если с вами общается директор компании, то не нужно ему навязываться и, значит, наслаивать имейл на имейле. Но если с вами общается этот рекрутер, а это на самом деле обезьянки, обрабатывающие просто тысячи имейлов в минуту или там в день или в час, то их нужно бомбардировать имейлами. Это тоже была моя ошибка. Я вот эту нашу переписку, общение, так вот оно стихло. То есть мне не ответили, я посчитал, ну раз вы не отвечаете, значит я вам не нужен. Ну, значит, не нужен, значит, я вам и не нужен. А это неправильно. Они не мыслят так тонко. Они вот пришел имейл, он на него отвечает. Поэтому их нужно было забрасывать имейлами, и, может быть, в конце бы что-то и получилось. Но я не стал этого делать. Я посчитал, типа, вот, значит, сыграть с ними в такую, ну, сыграть с ними в эту игру. Типа, вот, я тебе не звоню, звони мне сам. Но они не позвонили. Просто потому, что они забыли. У них таких 100 в день. Он не потому мне не звонит, что он, значит, чего-то там себе надумал. А он просто, мой имейл упал у него в инбоксе на вторую страницу. Все, вот он поэтому он мне не пишет. Поэтому, если речь идет с рекрутерами, то я бы рекомендовал бомбардировать их имейлами без всякого стыда и без всякого чувства такта. Без ничего. Пишите им, пишите, пишите, требуйте от них. Почему мне не ответили? Я жду, да, где мой job offer? Ну, не ответит и плевать. То есть воспринимайте их, я предлагаю воспринимать их как обезьянок. Они такие, они нас так воспринимают, и мы их так воспринимаем. То есть они на самом деле как машинки работают. Они обрабатывают этот пайплайн человек за человеком, человек за человеком, совершенно не разбираясь и не утруждая себя тем, чтобы сделать это лучше. Ну и хорошо, и мы будем с ними так же. И вы точно так же. Воспринимайте их просто как такой элемент в общей системе, который нужно проскочить, который нужно продавить. Вот его можно продавить имейлами. Ну вот ссылка на мой блог. А нет, еще один совет. А, да, это последний совет. Когда вас все-таки, значит, откажут, напишите блог-пост, как я это сделал. Может быть, мы так улучшим индустрию. Может быть, мы так что-то исправим. Один человек напишет блог-пост. Мне на мой блог-пост Google ответил, кстати. Да, мне в моем блог-посте внизу есть ответ от Google Recruitment Team. Они написали, что у нас на самом деле не все так плохо. Мы, значит, будем исправляться. Почитайте, возьмите статью, полистайте по ключевому слову Google, найдете там с гугловского имейла ответ от них. То есть, ну, статья наделала... Нет, персонального контакта не было, нет, нет. Они просто на блоге написали. На блоге там что-то какая-то отписка была, что типа, значит, да, что типа, нет, там было такое. Мы, значит, заинтересованы во всех квалифицированных кадрах, ну, бла-бла-бла, стандартное. Нет. Но тем не менее, как-то их зацепило. Если таких блокпостов будет 5, 6, 10, 20, как-то индустрия начнет шевелиться. Вот я за это выступаю. Мой блокпост, ну, не могу сказать, что наделал много шума, но он был перепечатан там в многих местах, и в Кварце его перепечатали, qz.com, достаточно такой, ну, известный
американское издание, онлайновое. То есть это мой последний совет, а вот ссылка на сам блог. Давайте вопросы. Да. Во включенный микрофон просят, да? Не отключайте, не четко поставлены ТЗ. Да. Спасибо за откровенный доклад. В общем, у меня была схожая с вами ситуация, там тоже реджекты из крупной компании. И вот по своему опыту, вот я какой вывод сделал для себя, что, например, работа в большой компании, возможно, поможет на старте карьеры, что вы получите некоторый опыт поработать вот этой уже отлаженной системе, возьмете все там наилучшие практики, ну и потом начнете заниматься своим делом, грубо говоря. И вот интересно услышать ваше мнение на это. И вопрос еще такой. Были в вашем случае, может быть, знакомые, которые, например, занимались, вот как вы, в принципе, своим делом, да, вас пригласили потом в компанию, вы что-то получили от нее, ваши знакомые, да, вот, кто, у кого была такая ситуация, и это как-то им там в дальнейшем в карьере помогло, то есть вот было ли что-то такое, и вот в чем они могли сказать, вот эта компания, вот как опыт мне дала вот это, и после этого я смог сделать там еще больше, чего бы я бы там, может быть, не сделал, там, работая. Я понял вопросы, но я не буду врать. У меня практически нулевой опыт во всем этом, что вы сказали. Во-первых, я не работал в больших компаниях, поэтому я не знаю. Хотя я слышал такое мнение миллион раз, что да, нужно пойти сначала поработать в Google, там поработать 5, 6, 10 лет, я не знаю сколько. После этого тебя возьмет любой венчурный капиталист, тебе даст деньги, тебя возьмет в любую компанию, потому что ты из Google, ну и так далее. Но это близко к правде, я думаю. Потому что люди действительно не умеют оценивать людей объективно других, и поэтому они оценивают их по каким-то таким вот ярлычкам, которые понятны. Вот я не работал в Гугле, и вы не работали в Гугле, а он работал в Гугле. Кому дать миллион долларов? Наверное, ему. Ну и все, потому что человек не может оценить как-то глубже, как разобраться, а кто на самом деле стоит. Может, он в Гугле там сидел и его ненавидел весь отдел, и все счастливы, что он уволился. Ну, к примеру, он там же просидел, они же как-то протерпели там 5 лет. Значит, наверное, он не такой уж, в общем, давайте ему дадим деньги. Или там, это логично, что люди так мыслят, поэтому, наверное, да, вы правы, в первой части вы правы. Да, поработать в большой компании сначала, это точно хорошо для резюме. Получить опыт, я думаю, что это больше опыт подковерной борьбы и каких-то политических разборок будет опыт. И меньше опыт именно реального кодинга, и наверное, мне так кажется. То есть я бы больше советовал фокусироваться на средних компаниях, не на малых стартапах из 5 человек, там точно ничего не научитесь, там вы научитесь не спать ночью. А вот если компания, вы научитесь делать там вещи, как это называется, ad hoc, то есть вы все время будете латать какие-то проблемы, латать, вы будете свое время и свое тело, грубо говоря, телом закрывать амбразуру все время, надеясь, что эта амбразура в итоге превратится, все это вырастет в дерево с золотыми яблоками. В 99% никаких яблок не будет, ничего никуда не вырастет. Вы просто потеряете год-два жизни, практически не научившись ничему, потому что там не будет ни правильных технологий деплоймента или контроля качества, ни правильных архитектур, ни правильного дизайна, ни людей правильных там не будет. Там просто будет сброд тех, кто готов год-два пожить большой идеей. Вы получите массу кайфа. Вы будете спать в офисе, вы будете есть спагетти из ведра вместе со всеми. Вы получите массу удовольствия, да. И у меня был такой случай. Я однажды тоже в Калифорнии, позвали меня в одну компанию, это было очень давно, много лет назад, стартап. И давай, нужно было прийти, там было реально 4 человека, они получили инвестиции. Это был настоящий стартап Силикон, из Силикона Долины. И я пришел общаться с их главным директором, никаких рекрутеров, я прям с их фаундером. И пришел, и он такой, у него там глаза вот так, он, видимо, не спал уже очень давно, и он такой: заходи, значит, я захожу в офис, а там стоит такое ведро спагетти, настоящее ведро, то есть большое такое, так наполовину. И он говорит: будешь? Он совершенно не шутил, то есть он просто: будешь или нет? Американец, и он такой, будешь это спагетти? Я: нет, спасибо, давай, он: пошли. И там у него 3 монитора вот такой величины стоят. Настоящие люди именно живут этим. Там никакой речи о качестве. Вы просто будете одну проблему решать, и, может быть, решив эту проблему, рынок вознаградит вас большими деньгами, инвестициями. Скорее всего, ничем он не вознаградит. Меня не взяли, а стартап этот получил чуть ли не там 400 миллионов долларов после этого. То есть я сильно проиграл.
Вот надо было идти к этим, которые спаги. Это единственный случай, вот я знаю, а в остальных случаях все проигрывали, кого я знаю, где я прошел мимо. Так, но вот эти ребята, вот эти заработали. То есть им, у них получилось. У них получилось, они своим энтузиазмом, там их было несколько человек, у них, видимо, правильно была сложена команда, и они сейчас довольно такие на рынке, ну, известные. Вот они, этот спагетти из ведра. А дальше по истории людей я не знаю. Я не знаю ничего. Да. Егор, спасибо за доклад. На самом деле, очень интересную тему подняли. Просто вот я являюсь SEO такого мини-стартапа How to Hire Me, который сам за себя говорит. Вот ребята смеются. Вот, а они, на самом деле они не понимают, что рекрутер на самом деле понимает свою бестолковость. Я так понимаю, что это не только в России, а только и в США тоже. Недавно к нам обратился человек, который рекрутер, который говорит, я начал учить Python и Data Science, лишь бы понимать программистов. Вот, и мы проводим просто курс, у нас бизнес такой, мы готовим как бы курсы, вебинары для рекрутеров, чтобы они начали просто понимать, что это как. Вот как вы вообще видите именно вот образование рекрутеров на реальном опыте работы с программистами и что они должны вообще уметь для того, чтобы начать эффективно работать с ними? Все, вопрос понял, вопрос понял. Мое мнение, что... Мое мнение, что рекрутеров не должно быть вообще. Я бы их всех поувольнял. То есть я думаю, что это нахлебники, бессмысленно существующие на рынке, и они лишь индикатор того, что программисты недостаточно... Во-первых, рынок не имеет достаточное количество инструментов для решения проблемы связи работодателя и работника. И второе, что программисты, которые... Второе, что все участники рынка достаточно ленивы. То есть мы... Ну, короче, их не должно быть. Рекрутеров должны заменить машины, их должны заменить системы. Во-первых, системы объективной оценки людей, чтобы человеку не нужно было проходить массу стадий поиска вакансии, интервью с разными людьми, второго интервью, потом еще чего-то. Для этого необходимо, чтобы у человека всегда была какая-то его, я так думаю, должна быть какая-то система его правильной оценки, объективной по всему рынку. Чтобы у меня был, допустим, какой-то, ну, какая-то цифра или какой-то сертификат, какая-то информация обо мне, которая давала бы возможность любому человеку на рынке меня увидеть объективно. GitHub аккаунт – это один из показателей. Их там масса, их может быть миллион этих разных. Ну, не миллион, их может быть масса критериев, по которым нужно оценить. Ну, в общем, это, наверное, тема для отдельного обсуждения, но я думаю, общий итог, я думаю, что рекрутеры – это нахлебники и спекулянты, и вообще злобный элемент, который должен быть исключен из нашего рынка. Это вред. Вот рекрутеры приносят только вред, на мой взгляд. Они, во-первых, оттягивают на себя деньги, которые могли бы получать мы, девелоперы. Во-вторых, они занимают время. В-третьих, они такие вот ситуации создают, как у меня случилось. Они шум создают на рынке. В общем, это один вред. Да, да, разместите. Я про это, у меня есть статья на сайте, которая так и называется, что она называется, ну, на английском, ну, на русском она называется, что, обращаясь не только к рекрутерам, а ко многим вот этим вот посредникам, рекрутерам, travel agent еще есть такие, которых сейчас вытесняют всякие Booking.com и все остальные. Раньше же было все заполнено travel agent, на каждой улице был travel agent. Сейчас их все меньше и меньше. Сейчас люди уже становятся достаточно самостоятельными. Они могут зайти на Booking там, или зайти куда-то еще, купить билеты в онлайне и полететь. Им не нужен travel agent. То же самое будет с рекрутерами. Статья называется, что ты всего лишь майонез в плохом сэндвиче. Вот этот рекрутер – это майонез в плохом сэндвиче. От этого майонеза, его много этого майонеза, их сэндвич от этого только хуже. Его нужно убрать, не нужен нам этот майонез. Они только смазывают вот между, как бы, это прослойка между девелопером и работодателем. Он не нужен нам, мы можем напрямую состыковаться совершенно спокойно. Для этого нам нужны просто инструменты. Давайте разрабатывать инструменты. Вместо этого мы миллионы долларов сжигаем на рекрутеров. Они сидят в офисах, они покупают себе кофемашины, они наслаждаются жизнью, зарабатывая лишь на нашей глупости, на неспособности программиста просто правильно сформулировать свой посыл там, этому работодателю. И неспособности работодателя найти программиста. Ну, в общем... Это длинная тема. Давайте. Да, длинная тема. Да. Нужны тулзы. Нужны тулзы. Их нужно создавать.
Это то же самое, если бы мы собрались 30 лет назад, я бы вам сказал, travel agents нужно уничтожить, они не нужны, они мешают рынку. Вы бы сказали мне, ну да, но как мне полететь в Турцию отдыхать, кому мне идти, на куда, звонить в отель в Турцию по телефону, или как, справочник открывать, желтые страницы Турции, и там пальцем искать этот отель, звонить и спрашивать, а есть ли у вас там матрасы, нужные мне кондиции. Ну нет. Поэтому я шел к travel-агенту, и travel-агент мне показывал фотографии турецких матрасов там, и турецких пляжей, и я тогда уже выбирал. Но это все ушло, потому что появился интернет, появился booking.com, появились сайты там travel этих самых рекомендаций, появилось, да. И тогда теперь это все мы можем сказать, что зачем нужны travel-агенты, их осталось тут ну, единицы, и то они выживают, потому что остались здесь чартер. Хорошо, такой последний вопрос. Если бы вы были на месте того человека, который создавал эти тулзы для оценки людей, программистов и связи рекрутеров, что бы вы сделали, какие бы именно инструменты вы придумали? Это коммерческая тайна. У меня есть идеи на этот счет. Я на самом деле давно об этом думаю и что-то собираюсь сделать. Есть, ну есть, они сейчас рынок пустой, практически пустой. Сейчас очень рынок, пустой. Очень пустой. Очень пустой. Это вот сфера для новых инноваций. Там будут новые проекты, там будут новые инвестиции. Это территория, в которой сейчас не заполнена. Она будет заполнена. У меня есть ряд идей, которые я собираюсь осуществить. Ищу, кстати, партнеров. Мы готовы, потому что у нас очень как бы больная тема, потому что вот ко Оставьте мне... лично микрофон, и мы с вами свяжемся. Окей. Все, давайте дальше вопрос. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Хорошо, рекрутеры не нужны. А как бы представьте, что вы в большой компании, там 1000 человек работают, и вам вот, конечно, ну, конкретно ваш проект, вы как босс, как из слайда 3, набираете там 3 сеньоров, там 5 крепких медлов и говорите, найдите мне, вам в день 5 раз человек подходит, который там на каком-нибудь сайте, как у нас в России, HeadHunter, ну, смотрел резюме, дает вам, говорит, оцените, поговорите, позвоните, напишите. И у вас, получается, нету времени для работы. Вас это не смущает? Ну, конечно, так не должно быть. Ну, безусловно. Мы не можем просто, как я только что сказал, мы не можем просто вычеркнуть рекрутеров и сказать, теперь рекрутеров нет. Потому что действительно, а что мне тогда делать, если я действительно менеджер, ну, начальник отдела, и мне нужно 8 человек нанять, или, допустим, даже одного нанять. Ну, что мне делать? Иди на этот HeadHunter и там перелистывать эти сотни резюме. Ну, то же самое, как пример с желтыми страницами. Ну, можно взять список всех отелей в Турции. Ну, что он мне даст? Там же мало информации. Так и сейчас. Открыть список всех GitHub-аккаунтов в Воронеже, ну, и что дальше мне с ними делать? Может, там, ну, кто это мертв, может быть, мертвые души. Я вообще не знаю, кто это. Я не смогу с ним работать. Я не смогу дать свой телефон везде. Я не смогу написать там в Твиттере. Мне нужен девелопер, звоните мне. Ну, кто мне позвонит? Ну, то есть, позвонят какие-то рандомные люди. Я должен буду как-то с ними встречаться. Что мне делать? То есть, невозможно с рынка их просто убрать, рекрутеров. Они заняли свою нишу. Они сделали так, что мы в такой ситуации находимся. Они, ну, это не то, что специально, но их существование делает нас инвалидами. Вот в таком формате. Что мы не умеем находить людей, и люди не умеют находить нас. Потому что между нами существует такая плотная прослойка этого майонеза, который все эти проблемы решает. Ты хочешь найти сотрудника? Вот же рекрутер есть, он все решит. Он и найдет правильное резюме, он и вовремя пришлет на интервью, он, и так далее, и так далее, и так далее. Но надо убрать это и вместо в освободившееся место поставить какие-то тулзы. Какие? Это вопрос, ну, требует исследования. Тулзы тулзами, как бы, но если это большая компания, и человек уходит через 2-3 года, то нормально поработал, да, в среднем 2-3 года возьмем, то при ну, большой компании получается, что нужно постоянно набирать людей. Постоянно. Беспрерывно. И для этого нужен инструментарий. Ну, что? Тогда человек, который будет этим заниматься, который будет там проводить собеседование и все остальное, ему некогда будет реально работать. А подождите, я не сказал, что, ну, мы же, тулзы же решат эту проблему. Мы инструментом, я сейчас не готов просто рассказать, как этот инструмент. Ну, тулзы же тоже, как, ну, и там, хорошо, тулзы, там будет какая-то матрица знаний, да, там человек заполнен, ты, соответственно, понимаешь, там, этот человек подходит или не подходит. Например, да. Найдет человек, как правильно заполнить твою матрицу, и в итоге хорошо, у тебя будет просто огромный просто поток людей, которые вроде тебе как-то подходят, а с ними нужно разговаривать. Он тебе пишет, я хочу поговорить с боссом. И ты как босс, получается, должен со всеми разговаривать? Это как бы, ну... На это тоже нужно найти решение. Ну, нужно сделать так, чтобы боссу не приходилось разговаривать с каждым. Чтобы как-то по-другому это было организовано. Чтобы... Нет, ну то, что ему приходилось... Ну, то есть, есть некий пайплайн, есть некий такая, как это называется,
как это, воронка, да, воронка рекрутмента, да. То есть вначале мы имеем 100 кандидатов, из которых двое вообще сантехники, а три таксиста, но среди них есть где-то один нужный программист. И нам нужно так эту воронку организовать, чтобы этот нужный нам программист дошел до конечного пункта. Ну, эмоциональная, да. Да. Ну, давайте сделаем так, организуем эту воронку. Микрофон у меня. Да. Смотрите, собственно, вопрос, собственно, как бы из двух частей. Простите, а насчет того, что мы, получается, пытаемся решать не технические проблемы техническими средствами, а не техническая проблема, собственно, в том, что нам нужно найти человека определенной квалификации. Как этот человек найти, это, собственно, какие-то параметры. То есть у него сертификаты, не знаю, там, сколько звездочек у его репозиториев на GitHub. Да, квалификация подходит для человека. То есть просто матрица там, его познаний, ну, просто для того, чтобы составить его, не обязательно его опрашивать. Можно посмотреть, что он делает, посмотреть на, не знаю, там, на его активность, не знаю, в социальных сетях, на Stack Overflow, как Егор уже говорил, в его репозиториях. Может быть, какие-то публичные оценки, ну, в более адекватном формате, чем есть сейчас, допустим, в том же самом LinkedIn. Вот, и так далее. Ну, то, что это нужно разработать, я согласен. Давайте создадим эту систему. Мне нужны партнеры для этого. Кто заинтересован, пишите. Напишите. Егор, я подойду после, расскажу, о чем мы поговорим. Вот давайте просто реально поговорим. Просто мы занимаемся этой проблемой. Вот ребята просто не все понимают, вот многие не понимают, что такое, когда к ним приходят 10-15 предложений в неделю, то есть 2-3 предложения. Они не понимают, как к ним подходят рекрутеры, как они себя должны вести, как они должны оценивать. Доходит вообще до маразма, когда созваниваются и спрашивают какие-то тупые вещи просто. И люди часто, вот, я совершенно разделяю мнение, что вот когда меня приглашают на собеседование, они не знают, кто такой я. Потому что у меня было несколько случаев, когда я искал работу перед «Газпромом», мне звонит парень с биткоина, говорит, он мне просто сказал: «Марат, ты знаешь, я не буду тебя спрашивать про Руби, потому что у тебя и так все хорошо в GitHub'е, ты знаешь лучше его, как бы, Руби язык лучше меня, давай про проект поговорим». Вот это правильный подход. Конечно. То есть, когда мы говорим про проект, интересен или нет, когда домен интересен. Каждый человек, программист, вообще бестолочь, бестолковый, если у него нет доменных знаний. И я на это опираюсь. И рекрутеры этого совершенно не понимают, когда они пишут, когда они общаются. Ребята, зачастую, которые выходят из бодишопов, как, так называемых, как Art of Data компании, они не понимают, как совершенно работать. Я вот скажу, как человек, вышедший почти год назад, у меня карьера в 10 раз, наверное, выскочила просто. И проблема не только рекрутеров, но и разработчиков. Мы этим занимаемся. У нас есть уже реализованный проект, когда мы ребятам помогали действительно найти работу. Мы им помогали просто оптимизация каких-то аккаунтов, еще что-то. И мы работаем с компаниями. Просто мы им помогаем. Ребят, давайте по-другому выстраивать систему. Пишите иначе, допустим, вакансии. Ну, я понял, общайтесь слышал, иначе. Да, давайте, я понял. Ну, мы все в унисон, да. Проблема очевидна. Давайте дальше. Мы позже обсудим это обязательно. У меня реплика скорее. Google, в принципе, Facebook и все прочие компании достаточно сильно, ну, исправились в этой сфере. И вот те знакомые, с которыми я общаюсь, они при первом собеседовании с HR-ами получают от них ту информацию, допустим, ту же самую книжку «Cracking Interview», ссылки на лид-код, чтобы люди пошли, почитали, решили там 1500 задач. И, собственно, эти большие компании в основном ищут по алгоритмам, по структурам данных именно линейных, ну, даже сеньоров с базовыми знаниями. А был ли у вас опыт поиска работы именно на позицию архитектора? То есть это личные знакомства должны быть, либо нетворкинг, либо тот же самый LinkedIn сработал. Более высокий уровень вакансий, как их искать? У меня супер маленький опыт работы, ну, как бы на кого-то, и я не могу сказать, чтобы я находил, но из тех небольших, вот, из чего, что я могу сказать о себе,
то, наверное, вы правы. Наверное, это больше работает какие-то... В разных странах по-разному, вот что я скажу. В Америке, наверное, работают больше связи и... То есть трудно, наверное, будет найти по объявлению работу кем-то выше, чем вот линейный девелопер, чем senior developer. Я думаю, что трудно. Ну вот мой пример, наверное, это пример. А вот в Европе я слышал, то есть в Америке там, видимо, это личные контакты, либо промоушен внутри компании. То есть сначала мы просто девелопер, а потом его поднимают до значит, начальник там группы, до VP, там еще куда-то. А вот в Европе, когда я там был, жил и работал, то всегда я так наблюдал, что промоушен не распространен, а наоборот всегда берут со стороны людей. То есть когда его берут на работу senior developer, то ему стать начальником отдела это практически нереально. Он будет там senior developer. Если он хочет стать начальником отдела, ему нужно через рекрутеров пойти в другую компанию и спозиционировать себя там сразу как начальник, как менеджер, как архитектор или как менеджер. То есть наниматься девелопером, а потом быть промоушеном, быть поднятым до архитектора, это вот нетипичный случай для Европы. Ну, я говорю про Голландию, например. Это мой такой экспириенс, я видел это, как это происходит. Мне часто это говорили, что я, мол, в этой компании уже там девелопер, поэтому мне в менеджеры не вариант попасть. Мне нужно просто уволиться, пойти к рекрутеру и сказать, я хочу быть менеджером. И там меня, значит, в другую компанию. Как в России дела обстоят или там вот в наших странах русскоговорящих, я не знаю, не могу сказать. По-моему, у нас промоушен, по-моему, у нас такой более американский путь, да, развития. То есть поднимают тех, кто... Ну, это я не эксперт в этом, не спрашивайте меня про это. Да. Я, в принципе, ладно, давайте я пока задам тогда вопрос, раз уж микрофон. Что вот в этой новой системе, в этой нише, да, допустим, которую заняли эти рекрутеры, что делать людям, вот которые после института? Они вообще без опыта работы, они в этой нише, они вообще никто. У них все там, все скиллы там по нулям, опыт работы ноль. И у них есть только вот эти пузырьковые алгоритмы сортировки. И знают, зато они знают хорошо. То есть, что делать в этой, что делать им тогда? То есть, рекрут не получит такой встречи, да, вот, как у вас там, вот у меня там 5 книг, блог, человек вышел, у него там, ну, GitHub аккаунт слабый есть, сделанный там на 3-м курсе, и все. Что? То есть, какой совет дать? Да, какой совет дать начинающему девелоперу, как ему идти, куда идти, как себя ставить, вот когда нет опыта? Я не знаю, кроме школьных грамот. Но, наверное, если бы мне было 20 лет, я бы, наверное, пошел в какую-то максимально крупную компанию, типа Art of Data, там такого плана. И в ней бы постарался бы максимально, так сказать, максимально смотреть по сторонам, минимально работать и максимально инвестировать в свой профайл. То есть я бы делал какие-то open source проекты, пока сидя там у них. Я бы там ходил на конференции, я бы, может быть, что-то на этих конференциях узнавал бы людей, я бы развивал себя. У меня есть статья на блоге, которая называется «16 рекомендаций по карьерному росту». Я там перечислил, вот что бы я делал. Они все касаются в основном вот людей, которые начинают этот карьерный рост. Поэтому я, наверное, бы советовал быть в какой-то компании, потому что быть в изоляции плохо. Особенно, ну, новичку. То есть это, допустим, мне быть в изоляции еще кое-как, потому что я там, ну, как-то сам справлюсь. А если человеку 20 лет, и он молодой просто после института, то плохо, изоляция плохо. Поэтому нужно как можно более крупную компанию, чтобы там было много контактов, много отделов, чтобы услышал он все, и что такое тестирование, деплоймент, и DevOps, и Customer Support, и все-все-все, и менеджмент. Нахватался всего, но при этом... Я бы советовал не цепляться за компанию и не строить свой, не связывать свой карьерный рост, свое будущее с просто просиживанием вот штанов в одной компании и постепенным плавным промоушеном все выше и выше. Я бы все-таки старался, ну, рекомендовал ориентироваться на более мелкие проекты, не супер мелкие, но такие средние, и все-таки стартап природы, что ли. Но не вот эти, не в галеры эти, это ужасно. Ну, галеры нужно использовать. Они хорошо платят, они стабильны. Используйте их для себя. Делайте так, чтобы они на вас работали, а не вы на них. Используйте. Как? Ну, получайте от них что-то. Чтобы они вас водили на конференцию, чтобы они вас обучали, чтобы они вам проводили тренинги, чтобы они вам давали свободное время. Не работайте там, халтурьте, сачкуйте, саботируйте. Выделяйте, ищите для себя интервалы времени. А? Баги добавляйте, да. Всячески пытайтесь всячески ломать систему, экспериментируйте, переходите из отдела в отдел, играйте с ними, используйте их для своего собственного обучения, для тренинга вас. Не вы на них работаете, а они на вас. В конце концов, вас уволят, но
но вы будете значительно более высокого уровня, чем вы в тот момент, когда вы туда пришли. А если вы просто пришли и откодили там 2 года на Java, вы совершенно сделали для себя только медвежью услугу. Вы проели эти деньги, вы, может быть, заработали себе на этот самый, на кредит, на машину, но в итоге вы остались там же, вы на том же уровне остались. Вы должны не работать за еду, а работать на себя, на свое какое-то будущее. Вы не знаете, какое это будущее будет завтра. Возможно, вы будете стартапером, возможно, вы биткоины удачно купите. Неизвестно. Но это будущее будет какое-то, да. Но просто просидеть 2 года для кого-то, кодируя Java, отдаваясь этому процессу, считая, что это моя работа, я люблю свою работу, я пишу самозабвенно. Это глупость, не более. Это не профессионально. Вопрос. Вы тот самый руководитель, до которого дошли несколько кандидатов, профильтровавшихся всех рекрутов. Их всего 2 осталось. Оба подходят и, собственно, по внешним параметрам, по своим достижениям равны. Отличаются полом. Полом. Да. Какого возьмете и почему? Мы так должны закончить, да? Следующий вопрос, да? Нет, я думаю, что если все совершенно равно, то, наверное, я возьму девушку. Потому что я понимаю, уже я сексист, и понимаю, что ей для того, чтобы всего этого достичь, потребовалось больше усилий. Потому что индустрия настроена как бы, ну, не против девушек, но их меньше, а значит, давление на них сильнее. Во-вторых, я считаю, как будучи сексистом, считаю, что девушки в принципе более интуитивные существа, менее логичные, поэтому им вот это все Java-кодирование тяжелее дается, чем мальчикам, мне так кажется. И поэтому она, если она достигла того же уровня, вы сказали, у них одинаковый уровень по всем показателям, значит, она приложила усилий больше. Значит, она более трудолюбивая, значит, она более сфокусирована на результат, значит, она более, не знаю, смотивирована на это. Ну, значит, надо брать ее. Ну, так логично. Ну, если ей было если ей было бежать тяжелее, она добежала с той же скоростью, чем этот, которому было. Ну, нет, это более тренированная. Она более, ну, ей больше. Со мной работала. У нас система вообще оплаты за результат в моей компании уже 7 лет мы так работаем. Поэтому нам вопрос пола вообще не стоит. Нам все равно. Нам лишь бы ты закрывал, значит, тикет и выполнял задачи. Поэтому мы берем всех, и нам не важно, какого пола человек. Но иногда со мной работают девушки, и я вижу, что у них, поскольку мы платим за результат, то я вижу, что у них старательность выше. Вот такое у меня чисто мое личное наблюдение. Они больше стараются, как бы, не то, что больше стараются, они как-то вот старательнее к этому подходят. И поэтому я бы брал девушку. Ну, такой мой взгляд. Не потому, что надо брать девушек, потому что у нас много мальчиков. Это полный бред. Я против этого diversity категорически. Я считаю, что это идиотизм. Но если такая ситуация, что они равны, то я понимаю, что она приложила усилий больше. Значит, она мне нравится чисто как сотрудник, она мне нравится больше, она трудится лучше. Вот и все. Да. Похоже, но более корректный вопрос. Приходит человек, который on-site, ну то есть в офис, и человек, который удаленно. То есть какого вы предпочтете? То есть считаете ли вы, что удаленный работник настолько же эффективен, чем тот, который сидит в офисе? Да, я бы взял, конечно, удаленного. Я считаю, что человек, который удаленно хочет работать, если ко мне придет 2 человека, один скажет, я хочу работать в офисе. Есть такие люди, бывают. Вот я не понимаю, как без офиса работать. Дома там дети, бабушка, как там работать? А другой придет и скажет, я хочу работать удаленно, я привык удаленно, можно удаленно работать? То я возьму удаленного. Мне кажется, что удаленные люди, они более самодисциплинированы, они меньше... Вообще человек, который хочет офис, я так понимаю, что он пришел меня обманывать. Она, он, неважно. То есть я бы, если бы приходил и говорил, я хочу работать в офисе, я бы 100% хотел сочковать. 100%. Потому что, ну, если я понимаю, что хороший менеджмент в компании. Если я понимаю, что там разгильдяйство, то и то я бы хотел бы в офисе. Потому что в офисе можно сделать вид, что я работаю. Это легче. Удаленно мне нужно будет как-то стараться. Какие-то отчеты писать, какой-то код коммитить. Надо будет какой-то показывать активность. Это, ну, затребует какие-то усилия. А если я прихожу в офис, то я могу просто приходить в офис. Это уже работа. Я уже пришел, я уже открыл лаптоп, я уже сел, я уже залогинился в вашу какую-то там мегасистему. Класс, я уже ваш сотрудник. Я пошел на митинг, посидел там. Я ушел с митинга, я пошел на обед, поел, я вернулся. Ну, работа, конечно. Уже мне должны платить. А дома? Прошел день, 2, 3. Я тоже пошел, поел, пошел, поспал, пошел, поработал. Надо же показать что-то.
Поэтому человек, который хочет работать в офисе, мне кажется, что он хочет меня обманывать, как работодатель. А если человек хочет работать удаленно, то я понимаю, что он готов показать товар лицом. Он готов... Да, вот туда. В продолжение вот, вот этой истории, как бы есть два специалиста, представим себе, да, вот одинаковые по силам, скиллам, все остальное. Один работает в офисе, а другой хочет работать дома. А второй хочет работать дома. Соответственно, вот уровень зарплат будет как-то у них меняться или нет, в зависимости от офиса или дома, как вы считаете? Да, в Москве и Воронеже. Это у нас тема есть такая, да. Вот вы как считаете, должна ли зарплата отличаться у сотрудника дома или в офисе? Нет, я считаю, что платить нужно за результат, а не за дом, офис, Воронеж, Москву, пол там и что-то еще. Я считаю, что платить нужно за код. Есть код в репозитории, есть деньги. Нет кода в репозитории, будь ты девушкой, будь ты мальчиком, будь ты воронежским мальчиком, будь ты... Это все равно не важно. Мне совершенно все равно. Я так считаю. Мы должны так настроить систему менеджмента, чтобы она платила за написанный код. И пускай это будет онлайн-игра. У нас все под псевдоним. У нас GitHub-аккаунты. Есть GitHub-аккаунт, это твое имя, и по этому имени мы работаем. У нас нет имен, там, фамилии, пола и все остальное. Есть GitHub-аккаунт, по этому аккаунту все работает. Это совершенно, на мой взгляд, объективная, уравнивающая всех систему, полностью исключающая любые перекосы, перегибы в любую сторону. Какой бы ты ни был, там, что бы с тобой ни было, как бы мы тебя не любили или наоборот ненавидели, какой бы ты ни был личностью, легкой в общении, тяжелой в общении, интроверт, экстраверт, возраст твой, старый ты, молодой, умный, глупый, неважно. Если на виртуальном пространстве... Я считаю, что собеседование, вот мое личное мнение, собеседование быть вообще не должно. Должно быть просто вот твой профайл, мы на него посмотрели, вот твой проект тестовый, начинай и работай. И сразу мы тебе платим. Получается работать, мы платим. Не получается, сам уйдешь. Все. У нас так. У нас так. Это все тезисы для, вот, для галер, для тех, кто хочет в офисы. Ну ладно, че. Да. Ну, конечно, я же это сказал. Конечно, они хотят рекрутеров. Ну, сейчас, конечно. Ну, нет, ну как? Ну, в нашей системе он выпадает, потому что мы берем, у нас, ну, мы, у нас нет рекрутера, у нас есть быстрый отсев входящих кандидатов. Быстрый очень. А по каким параметрам? Ну, у нас есть параметры, опять же, у меня есть статья, я это описывал. У нас есть... Хорошо, вот у меня есть аккаунт на GitHub, я взял 8 тысяч профайлов, накрутил себе рейтинг звездочки на GitHub, на каком-нибудь там, не знаю, условном веб-паке. Я тоже так хочу. Хорошо, я вам скину ссылку на профайл, очень интересно вообще почитать. Да-да-да, давайте. Не-не-не, допустим, вот, человек просто выбился каким-то образом случайно. Вы его возьмете? Ну, во-первых, GitHub это не единственный показатель. Мы посмотрим на Stack Overflow, мы посмотрим на сертификаты. Хорошо, есть такое слово, как NDA. У многих вообще человек, у многих людей есть такое слово, как NDA, и не могут разглашать о чем-то, о чем-либо. Stack Overflow можно разгласить свой? Не все имеют там аккаунт. Вот сейчас 50 человек, я думаю, что из них единицы имеют аккаунт. Если сейчас 50 человек из этих всех 50 ко мне придет на работу, я возьму, может быть, четверых. Четверых? Максимум. Ну, условно. Может, 7, да. Хотя вы не самые худшие люди. Вы уже пришли сюда. Ну, то есть, получается, вы сами себе немножечко так противоречите. Получается, что вы... Из всего Воронежа только 50 человекам не все равно на software development. Остальные вот ходят в Art of Data и кодируют. Ну, то есть, получается, вы в принципе... Подождите, вы в принципе не отличаетесь ни тем от того же самого бодишопа, из-за исключения ваших каких-то критерий. Нет, мы отличаем, ну как, мы... Ну, подождите, вот вы говорите, у нас есть критерии в таком-то, таком-то, таком-то стиле, но при этом, если у вас возникает непотребность 50 человек, которые присылают вам лично резюме, вы тут же скидываете их на человека, который начинает этот профайл ревьюить, правильно я понимаю? А у нас сразу ревьюет другой программист. А, то есть, ну, один... хорошо, это не рекрутер, это программист. То есть вы на программиста свалили должность рекрутера, я правильно понимаю? Но он это делает за 5 минут. Все, окей. Это очень быстро происходит. То есть, очень. В принципе, это ничем не отличается от того же бодишопа. Вы сейчас никак не противоречите в том принципе. А я не противоречу. Я же не сказал, что мы можем сейчас рекрутеров убрать. Мы не можем их убрать. Нам они нужны. Но они нужны, но они как? Мы без них не можем, но это беда наша. А? Да, как не можем, пили. Не можем, но должны, пили, но да. При этом в текущем плане мы ничем не отличаемся. Я правильно понимаю?
Еще раз, мы... Говорю, мы не можем, но должны от них отказаться, но в текущем варианте мы ничем от них не отличаемся. Мы конкретно, наша компания. Ну, допустим. Ну, мы отличаемся многим, но вы говорите, мы не отличаемся. На самом деле мы отличаемся. Во-первых, у нас нет рекрутеров. Во-вторых, мы не проводим интервью. Это два отличия. Ну, уже два отличия. Хорошо. Ну, то есть нельзя говорить, мы ничем не отличаемся. Это тезис, слово ничем не верно. Ну, у вас просто существуют другие критерии оценки. То есть мы согласны, что ошибочно было сказано, что мы ничем не отличаемся. Хорошо. Признаем ошибку. Идем допустим. Дальше. Так. Допустим, то есть просто у вас другие критерии оценки. Нежели у рекрутера, у вас существуют другие критерии оценки. Так, давайте слово просто уберем. Да, у нас существуют другие критерии оценки. Да, все верно. Хорошо. Вот все, на этом все. Да. Нет, там хватит, уже говорили. Я, честно говоря, хотел про Amazon задать вопрос. Вот. Ну, так, где дискуссия как-то. Такое много. Давайте вот. Про Amazon, да. Ну, все-таки, ну, тогда я задам два, он короткий. Просто здесь прозвучало про то, что вот, там есть какие-то критерии, четкие, нечеткие, там можно под GitHub аккаунтом как-то думать, кто подходит, кто не подходит. Но, мне кажется, ну, мой личный опыт уже об этом говорит, что скорее важнее не какой-то технический скилл специалиста, а вот как раз социально. Подходит он, не подходит, то есть... Ну, опять же, если это какой-то стартап там в Силиконовой долине, нужно хотеть не спать этими ночами там и прочее. Если это, ну, большая контора, то нужно хотеть, наверное, ну, ничего не делать какое-то время, я не знаю. Да, ну, то есть нужно быть в теме как-то. И это гораздо важнее, чем технический скилл. Ну, если не совсем тупой, ну, как-то можно там подучиться в какой-то степени. Ну, гении нужны довольно редко все-таки. Вот все-таки как вот с этим тогда быть? Я ну, согласен, скорее, отношения. Я не хочу противоречить, потому что, как бы, мне кажется, это не о майонезе, не о том. Это, скорее, мне интересное мнение. Я полностью с этим согласен. Действительно так и есть. Действительно, в 100% компаний, действительно, ну, может, 99% компаний, действительно, soft skills, они так называются. Есть hard skills, есть soft skills. Soft skills – это вот умение, ну, умение общаться, умение там, жить в команде, играть в команде. Ну или вообще просто характер, может быть, да. Soft skills, да. Ну, да, так и есть. Я с этим не спорю. То есть я нигде не сказал, что технически. То есть это ничему не противоречит. Да, действительно, так и есть. Нет. В моей команде этого нет. В моей команде этого нет. Просто, ну, без собеседования, без личного общения очень тяжело понять. То есть бывает, там, не знаю, 10 человек, и все, допустим, технически из них, они достаточно подкованы, но, допустим, никто не подходит просто вот. Я считаю, так скажу, я считаю, что если результат проекта зависит от soft skills его участников, то грош цена такому project менеджеру. То есть project менеджер должен уметь управлять любыми людьми. Ну а как же, ну, насколько я помню, как раз, мне кажется, object thinking, это, кстати, из вашего видео узнал об этой книжке, вот, читал, там автор как раз упоминает то, что вообще программирование – это социальная активность, больше, чем техническая. И как бы на основе этого вообще стоит там ООП и прочее, но мы не будем это затрагивать, но тем не менее. Вот. То есть если все-таки принять, что это в какой степени социальная активность, хотя процентов на 50, то отсюда soft skills как бы, что ли, определяющим становится. Я полностью согласен с тем, что программирование – социальная активность. Я тоже так считаю. Я считаю, что программировать сейчас нужно для людей, а не для компьютеров. Я думаю, что написание кода, при написании кода, мы должны думать больше о людях, которые с нами взаимодействуют. Мы должны думать больше, я даже так скажу, вот я сейчас пишу книжку новую, она будет, анонсирую немножко, пишу новую книжку, она уже почти закончена, я вот ее думаю, к Новому году закончу. Она называется Code Ahead, и она художественная, она о жизни программистов в офисе. То есть это художественное произведение, в котором вот описывается несколько месяцев жизни группы программистов в одном офисе. Они там общаются между собой, у них там отношения, обсуждения, всего возможного. И там в этой книжке прям целая глава посвящена этому вопросу. Я там рассказываю о том, что сейчас программирование это это не техническая, это больше специальность, а это способность таким образом изложить свои мысли в коде компьютерном. И так в этот момент взаимодействовать с командой, чтобы в итоге у нас получился продукт, а не просто кусок кода. Вот это вот, то есть здесь я бы сказал... Ну, взаимодействовать, там, ревью и прочее. Все-таки, ну, это же социальная активность, да, значит... Я перечислю, о чем идет речь, и о чем не идет речь. Это идет речь о том, что нужно уметь зафайлить баг, нужно уметь в этом баге прокоммуницировать, нужно уметь вот эти тикеты правильно закрывать, нужно уметь создавать пул-реквесты, нужно уметь закрывать пул-реквесты, нужно уметь делать ревью, нужно уметь грамотно комменты писать в ревью, нужно уметь писать комменты так, чтобы они не были не в обидном тоне, а конструктивно, нужно уметь реагировать на комменты, нужно уметь реагировать на менеджмент, нужно знать, как планируется проект,
нужно понимать, нужно уметь считать деньги и считать время проекта. Вот эти вот эти моменты, я считаю, важны. Социальные они, soft skills. Это все программирование, я считаю. Ну, мне кажется, это основная часть программирования. Это основная часть программирования, да. Вот написать Java-код может каждый студент. А вот собрать вот эти скиллы, вот эти вещи, которые я сказал, это важно. А теперь я скажу, что не включает. Не, а все-таки как найти такого человека? Если ж мы об этом. А я сейчас скажу, что не входит в список софт-скиллов, на мой взгляд. Это умение выпить чаю на кухне. Это умение прийти вовремя в офис. Это умение потанцевать на корпоративной вечеринке. Это умение поговорить с начальником. Это умение посидеть на митинге. Это умение Facebook-аккаунт вести и постить статьи о своей компании там. Вот это я считаю мусор. Если ты не CTO. Это шум, да. Ну, если это не маркетинг-человек, да. То есть для программиста. А вот многие люди соединяют это все вместе. И то, что я перечислил, они не считают soft skills-ами, потому что они не понимают, что это такое. А вот то, что вот это я все перечислил, они считают, что это soft skills. То есть мало быть, они говорят так, мало быть программистом, надо еще быть душой компании. Вот это я против этого. Да, но все-таки, если мы говорим даже о ревью и вот об всем этом конструктивном, да. То есть как это найти? То есть на собеседовании хотя бы есть шанс выделить человека, который что-то в этом понимает. Нет, я думаю, что главным показателем того, что человек социально умеет писать софт как социальную активность, это его open source результаты. Окей. Все это человек, пока несут микрофон, все это человек научится или покажет, что он умеет, если у него есть большой open source опыт. Невозможно быть в open source проекте и не быть социальным, ну, социально активным. Если нет open source, мы и вычеркиваем их сразу. И для нас это единственный показатель. Мы смотрим на человека, если у него нет своего GitHub проекта open source, активно, с группой людей. Если он, может быть, не участвует в каком-то групповой активити на open source, мы понимаем, что он нам не подойдет просто. Не потому, что он плохой человек. Может, он прекрасный человек и пишет прекрасный код, сидя у себя в компании Art of Data. Да, но вряд ли. Но нам он точно не подойдет, потому что он не умеет работать в команде. И под командой я понимаю не группу друзей внутри его офиса, которые его любят, знают уже 5 лет и принимают его любым. Любить значит принимать любым. Для нас это не работает. Мы не принимаем любым. Мы принимаем человека, если он умеет работать в команде. Вот любым мы его не примем. Он должен уметь работать в команде. В open source всем на него наплевать. Он для них, для всех всегда неизвестен, он всего лишь GitHub аккаунт. Его никто не видел, его никто не любит, с ним никто не пьет чай. Он всегда должен доказывать свою ценность, свой конструктив. И если он прошел через весь этот ад open source, а серьезный open source это вообще ад, ну на мой взгляд, это очень тяжелая, так сказать, активность. Надо реально иметь скиллзы, чтобы ее делать. Недостаточно просто уписать качественный код. Возьмите какой-нибудь большой проект на Ruby, на Java, на чем угодно, и законтрибьюйте туда что-нибудь, и вы увидите, что на вас выльется оттуда. Какие вам тексты напишут, попытайтесь протолкнуть свой код туда, попытайтесь, чтобы ваши pull-реквесты десяток их закрыли, ну, смержили туда. У вас ничего не получится, потому что вы столкнетесь с эгоизмом, с наглостью, с хамством, с считанием, что они все великие, а ваш код никому не нужен. Вы все это будете проходить, и вы будете этим людям, которые вас не знают, доказывать свою цель. А? И становиться таким же, да. И вот когда вы все это... Ну, я думаю, да, это человек, который набивает шишки, понимает, как это работает, понимает социальные вот эти вот, социальную динамику open source, и тогда он становится ценным и действительно способен играть в команде. А офисные команды убивают нас командную игру и превращают нас в совершенно другое. Ну, вот я хотел сказать, что волею судеб у меня тухлый GitHub аккаунт. Вот. Я писал open source во времена, до того, как появился GitHub, и до того, как Linus первый, собственно говоря, залил релиз Git'а. Вот. И как бы, ну, это отдельная тема, да. Но у меня такой вопрос. Вот сейчас такая продвигается идея, да, что все собеседования, GitHub'ы, все остальное, это абсолютно нерелевантно. Возьмите человека, посмотрите, как он будет работать там 1-2-3 месяца в компании. То есть, вот, если вообще убрать все собеседования, просто брать, условно говоря, ну, условно всех, просто смотреть, давать им какой-то на тест-драйв, да, и потом говорить, окей, ты нам подходишь или до свидания. Я полностью согласен. Мы так и делаем. Мы так и делаем. Мы просто берем всех. Но не все так могут, не многие компании так могут, это же очень тяжело. Ну, вы же финансовые, компании финансовые это не могут себе позволить. Это должен быть менеджмент на уровне 80, менеджмент, чтобы он мог такое себе позволить. Это у вас должен быть такой менеджмент, который способен принять весь мусор и способен выжить при этом проект. Это же там же будет хлама очень много от этих людей идти. Они же будут хаос вносить, они будут разваливать проект, это будет деструктивное.
Ну, вот, вот мы делаем минимальный фильтр и бросаем. Вот мы так и делаем. Мы, это полностью описана наша модель. Она у меня есть тоже на блоге. Она, статья называется «How we interview people». И там описано, к нам приходит человек, мы 15 минут на это тратим. 15 минут у нас происходит все. За 15 минут мы просматриваем его GitHub аккаунт, Stack Overflow, сертификаты, там 4-5 показателей. Смотрим на это все, и если у него все выше нормы, то есть выше, так сказать, наших ожиданий, ну, на уровне, то мы ему предлагаем стоимость за час. Мы ему говорим, ты стоишь $35 в час. Он говорит, нет, я стою 40. Мы говорим, хорошо, 40. Все, это все наше собеседование. Проводят эти собеседования другие программисты, я не участвую. То есть человек пришел с рынка, берется случайным образом программист из тех, кто у нас уже работает, ассайнится сюда, проходит вот это интервью очень короткое. Все это происходит не на телефоне, а просто в чате. Мы даже не видим этого человека, нам не важно. Мы ему говорим, цена такая, говорит, хорошо, и мы его тут же включаем в первый проект, в тестовый. И дальше он там живет. Если он выживает, а выживает как? Если он зарабатывает там деньги, то он остается. Если он не может с нами работать, наш менеджмент его не устраивает, он не зарабатывает деньги, он сам отваливается. Но это мы такие. Кто еще может такое себе позволить? Я не знаю других компаний. Собственно, вот пару минут назад было сказано, что вот программист – это человек, который работает для других людей, думает о них и так далее. И было еще много сказано, кто такой программист, кроме одного пункта, что программист, он пишет код. А вопрос у меня такой, собственно, а кто такой программист? Можно ли какое-то определение ему дать? Кто такой программист? Ты какой-то подвох или... Нет, нет, не подвох, просто предыдущие все определения, они были сказаны про человека, который занимается каким-то проектом. То есть он следит за этим выполнением, за тем, чтобы клиенту было хорошо, чтобы баги там вовремя обрабатывались. Но ничего не было сказано про, собственно, термин программирования. В общем-то... Нет, безусловно, программист это тот, который как бы... инструктирует компьютер, что ему нужно делать. То есть он переводит, ну такое определение, он переводит человеческий язык на язык компьютера. Это, наверное, задача программиста. Это сделать так, чтобы то, что ему говорили там заказчик или кто ему говорил, требования какие-то, язык людей, он своим, значит, программистским умом переложил на язык компьютеров, на Java, на ассемблер, там, на что угодно. Вот это, наверное, программист. Ну, а ведь есть же руководитель проекта, и там у него целая армия этих программистов. Да. Разве им не плевать на конечного клиента? Они каждый свой модуль плевать. Пишут. Должно быть плевать. Ну, тогда да. Почему программист должен не плевать на клиента? Он, у него есть ТЗ, он его делает и все. Нет, программист не должен, я не думаю, что программист должен думать особо о клиенте. Он должен думать о, он должен думать о клиенте в каждой конкретной задаче. То есть у него под задачу есть какой-то клиент. В одном случае это другой программист. Допустим, я зарепортил баг, а вам нужно пофиксить. Вот я ваш клиент, думайте обо мне. Понял. Или, ну, так, то есть клиент это всегда кто-то, для кого мы работаем, кто нам платит деньги, грубо говоря. Только нужно всегда понимать, что платит деньги нам не начальник в конце месяца, а нам каждый раз платит деньги тот, для кого мы этот кусочек кода делаем. То есть это всегда какой-то перед нами, ну, какой-то проект или какой-то элемент проекта, человек из проекта, который для нас является источником денег и источником требований. Мы должны эти требования удовлетворять. Вот так нужно подноситься к этому, я так думаю. Поэтому, но вернусь еще к той мысли, что программист – это человек, который переводит язык людей на язык компьютеров, но очень важно при этом, чтобы он его переводил на такой язык, который понятен другим программистам. Вот это то, что сейчас становится все важнее и важнее. Программисты, может быть, слышали, я об этом говорил уже много раз, программисты становятся дороже, компьютеры становятся дешевле. Это такая тенденция сейчас. Мы дорожаем, железо дешевеет. Если мы возьмем, я приводил это миллион раз в сравнение в пример, если мы возьмем 20-летней давности статистику, то программисты были в 3 раза дешевле, чем сейчас, а в России в 30 раз дешевле. А компьютеры были в 200 раз дороже. В 200. То есть 1 мегабайт памяти стоил $1000. Один гигабайт стоил $1000 оперативной памяти. 1 гигабайт $1000 стоил в 2000 году, 17 лет назад. Сейчас он стоит $5. В 200 раз оперативная память подешевела. В 200. А Java как была, так и осталась. В 2000 году это была, если я не ошибаюсь, Java там 1.4 или 1.3. И сейчас это Java. Мы напишем на той же Java, только сейчас ее запустить в 200 раз легче. А нам платят в 3 раза больше. Но даже не в России не в 3, а в 30 раз больше. В чем же дело? Почему мы, работая на машинах, которые в 200 раз быстрее и дешевле, пишем Java, ту же Java, то есть нам ее писать стало легче, памяти больше,
переполнение будет реже, работает все быстрее, алгоритмы может быть попроще, а платят нам в 3 раза больше. И эта тенденция продолжается. Зарплаты растут, машины дешевеют. Это о чем говорит? Что нам нужно писать для нас, для людей. Что если я напишу код, который будет понятен только мне, машина его выполнит быстро, там будет супер алгоритм. Но мой товарищ там, Вася, не поймет этот алгоритм, ему придется переписать его через 2 месяца, то компания потеряет значительно больше денег, чем если бы я написал алгоритм, который работает медленней, черт с ним, купят дороже сервер, чтобы он справлялся с этим алгоритмом. Но Вася его поймет, и Васе второй раз платить не надо будет. Потому что Вася сейчас стоит больше, чем сервер. А 20 лет назад сервер стоил больше. Можно было нанять 5 Вась, но только сервер не меняйте, потому что сервер на вес золота. Там сервера, я помню, стоили 50 тысяч долларов, большие там, 100 тысяч долларов. А программеры получили по 200 в месяц долларов. Да, так мы посадим еще 6 программистов. Какая проблема? Они как стоят, как вода. Ну, они ничего не стоят. Их можно нанять еще целый ряд. Они поправят там алгоритмы, там все сделают быстро. Какая разница? Непонятные. Заново перепишем. Только сервер не трогайте. Он стоит, как весь наш офис. А сейчас ты сервера на Амазоне, там 2 кнопки, у тебя супер-мега-биг сервер, там 16 процессоров. Он ничего не стоит. Пару долларов в час. А программисты стоят кучу денег. Поэтому и нужно думать о людях. Нужно думать о том, чтобы думать о том, насколько наш код будет понятен другому программисту. Это сейчас важнее в программе, в нас, важнее качество, чем было раньше. Поэтому я и думаю, что алгоритмы и вот эти программирование этих функций, это значительно менее важно, чем умение работать с людьми. Умение работать с людьми. Все? А сколько у нас со временем? А вы же в 9 собирались закончить. Ну давайте уже как-то. Я немного устал. Все, спасибо.